Сегодня был хороший матч, мы считаем, да, и считаем то, что мы на фоне команды, которая заняла в ПФЛ первое место, да, вышла в ФНЛ, да, выглядели достойно. Да. Если вкратце по игре, то в принципе, если так посмотреть, каких-то моментов у соперника не было. Да, такие пенальти, ну, мы уже привыкли к этому, нам чуть ли не в каждом туре пенальти бьют. Да. Ну, мы не спорим, оно было, да, но это как бы молодых сламливает, да, и если бы не этот пенальти, ну, мы думаем, мы могли бы и победить. Последний матч сезона вообще в целом в сезоне каким? Да, хотел бы сразу, да, упустил, хотел сразу бы поздравить команду соперников, да, с выходом в ФНЛ, да, это считаем то, что это заслуженно по делу, по игре, да, они заслужили это право. И, естественно, хочу всех поздравить с окончанием, да, сезона нашей команды, да, всех нас. Да. Сезон был такой долгий, интересный, да, для нас он был такой ознакомительный, да, много мы подчеркнули, много увидели, да, и поэтому всех с окончанием сезона. Долгий разговор в раздевалке с командой, весело, секрет, о чем? Ну, это естественный процесс в футболе, да, сейчас конец сезона, да, там все отпуска, кто куда, много вопросов, да, поэтому там решались, ну, такие вопросы. О планах и перспективах рано спрашивать? Ну, планы, перспективы, это не у меня спрашивать, да. Естественно, мы тоже в режиме ожидания ждем, как будет функционировать наш клуб дальше, да, какая команда будет, что, как будет, это, естественно, мы узнаем позже. Спасибо.